В белом плаще с кровавым подбоем, шарпающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа осеннего месяца Ниссана, скрытым колоннадом между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Прокуратор, подследственный из Галилеи, смертный приговор Синедриона направлен на ваше утверждение. Он явился в Иерусалим, выдавая себя за некоего пророка. Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм? Добрый человек, поверь. Это ты меня называешь добрый человек? Кентурион Красанов. Римского прокуратора называть гегемон. Других слов не говорите. Имя? Ешу Галаци. Ты, бродяга, говорил об истине, о которой не имеешь представления. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И ты молод, что помышляешь о смерти. Но мучение твое сейчас закончится. От солнца жар сейчас спадет. И голова его уйдет. Не выйти. Добро рождается на свет, а злых людей, поверь мне, нет на всей земле. Ведь, как я уже сказал, злых людей нет на земле.